В Димитровграде задержали 4 человек, которые подозреваются в вымогательстве. Мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, все ранее привлекались к уголовной ответственности, предложили индивидуальному предпринимателю покровительство. Взамен за оказанную услугу требовали 130 тысяч рублей. В случае отказа угрожали физической расправой. В момент задержания полицейскими и сотрудниками УФСБ двое злоумышленников безуспешно попытались скрыться на автомашине БМВ. По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственным отделом межмуниципального отдела МВД «Димитровградский», возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Задержанным предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии с действующим российским законодательством за вымогательство предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.